Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы находимся в офисе компании Sony Ericsson, и мы будем обозревать сотовый телефон марки Zillow. Итак, перед нами три сотовых телефонов разных расцветок. Вы можете себе видеть на экране. Давайте посмотрим теперь чуть поближе. К сожалению, включать нам их не разрешили. Тем не менее, можно хотя бы посмотреть внешне. Итак, у нас клавиши выполнены из пластика. Они выпуклые, очень тонкие, особенно вот эти две клавиши маленькие, слегка тоже выпуклые, а эти наоборот вогнутые. Вот, на них удобно очень нажимать. Клавиша, вот эта центральная, это пятипозиционный джойстик, то есть вверх-вниз, справа-влево. Он немножко выступает над корпусом, очень приятный, края немножко острые, но с другой стороны зато удобно им нажимать. Центральная кнопочка здесь присутствует, тоже очень мягкая. Внизу нет разъемов. С правой стороны это металлическая окантовочка такая небольшая. Клавиша включения медиаплеера, регулировка громкости. По-видимому, это сделано из пластика. Дальше на верхнем торце нет никаких разъемов. На левом торце у нас находится фастпорт и ремешок, то есть отверстие для ремешка. Название Welcome. На задней стороне находится прорезь для динамика. Скажу вам, что по-честному он действительно громкий. Включить вам не могу продемонстрировать. Он действительно громкий, чувствуется приятный такой бас. Вот. Оценить его можно как громкий. Здесь у нас находится камера и логотиптик Welcome. Вот, собственно, все, что касается вот такой вот вещи. Значит, раскладывается он таким вот образом. Здесь у нас находится клавиатура, она выпуклая. Пластик, хорошо он ощущается. Клавиши очень приятные. Ну, в общем-то, и все. Они практически утоплены в корпус, но немножко выступают. Вот. В целом дискомфорта никакого нету, они хорошо разнесены. Удобные. Вот. То же самое можно посмотреть вот на таком примере, на такой расцветке. Задняя сторона, как вы можете видеть, вот таким вот образом сделана, растром. То же самое могу вам показать и в этой модели телефона. И, собственно, здесь очень красиво и оригинально сделано. Вот. Здесь черные клавиши, здесь они такие вот малиновые, розовые. Ощущается очень хорошо, печатать, думаю, тоже будет довольно удобно. Вот. Здесь тоже металлическая окантовочка идет. Вот что касается этих вот телефонов. То есть одна марка и несколько расцветок.